Экспозиция собирает несколько тысяч уникальных экспонатов, многие из которых никогда не были представлены в Москве. Выставка «Частный музей России. Самородки России» призвана показать все многообразие народной культуры России, ее регионов, приобщиться к традициям и открыть новые знания об истории, географии и культуре нашей огромной страны. Спасибо вам за ваш труд и за то, что вы собираете нашу страну. Спасибо. «Самородки России» объявляется открытой. Ваши аплодисменты. Можем начинать или на старе, или с боковинки. На втором показателе? Нет, но это все, что вы здесь видите, это все частный музей. Кончились. Я тебе решил.